Всем привет! Первый мой пирог в Калининграде. Песочный яблочный персиковый, будем так уточнять. Вот. Короче, так, друзья, вот это первый эксперимент в такой вот интересной духовочке. Вот. Сейчас я разрежу, покажу, что получилось. Только вымыла, он еще, видите, парит. Пахнет невероятно. Вот, что-то так захотелось. И маргарин первый раз такой использую. Но я такой ни разу не использовала. Саратовский маргарин называется. Такой, как в советское время была. Даже упаковка такая же. Вот, пахнет невероятно. Здесь белый налив, потом вот этот сладкий сорт. Я не знаю, как он называется, который я ем. Но мне хозяйка сказала, что это белый налив. Но он абсолютно сладкий, у меня нет кислоты. Вот. И персик. Сверху сахар посыпано, поэтому вот так вот все блестит. Сейчас я разрежу, посмотрю, как пропеклось, и покажу вам. Так, друзья, вот такой шикарный пирог у нас получился. Сейчас я буду пробовать. Выбрала кусочек с персиками. Ну и яблочко, конечно. Отлично пропекся, просто невероятно. А, кстати, небольшое отступление. Смотрите, у меня там пироги. Там есть эти все рецепты песочные. Тут немножечко только я сделала по-другому, ну, как обычно у меня. Короче, чайную ложку соды без горки я погасила где-то, наверное, 70 грамм кефира. И все это добавила вот в тесто уже. Что-то слюни текут, 100 лет не ела такого. Вот, пробуем. Сейчас покажу, сколько кефира у меня было. Тарелочка, которая вот прям вот так. Чайная ложка, сода без верха. Вот так кефир. И потом я это добавила в массу. Яйцо взбитое сахаром. Ну, я потом в муку. Очень вкусно. Просто необыкновенно вкусно. Как обычно, короче говоря. Вот. Отлично пропекся. Отлично. Все. С этой духовкой можно работать, друзья. Всем желаю радости бытия. Приятного аппетита. Удачного захоронения. Мира и любви, друзья. Мира и любви.